Новая эра уже наступила? Это был самый лучший год для тебя. Amazing Online. Всем здорова! Вот и подходит к концу 2023 год. Давайте проводим уходящий год и подведем итоги. Я вас приглашаю играть на Amazing Online. Эта игра доступна для всех. В ней ты можешь стать кем угодно, реализуй себя как ты хочешь. Кстати, вас ждет приветственный бонус от меня при вводе моего промокода GOLD. Он даст вам 30 тысяч рублей X2 Boost. Прокачку. Какой бы ни был плохой или хороший 2023, но для Amazing он один из лучших. Был побит рекорд с 2017 года по онлайну. Да, потребовалось целых 6 лет для этого. 5231 игрок – это новый рекорд онлайна. Это на 1700 игроков больше, чем от прошлого рекорда. Чья же это заслуга? Заслуга общая, дамы и господа. Разработчики сделали качественное обновление. Появился новый пиар-менеджер Полина, которая смогла привести большое количество блогеров, а также игроки. Игроки, которые рекомендовали проект своим друзьям и сами играли. Я, кстати, думаю, то, что у вас много друзей появилось за этот год. Все у нас игроки очень дружелюбные, да, не без минусов, но у каждого есть свой минус. У нас достаточно адекватная аудитория. Я предлагаю вспомнить, какие же самые топовые обновления, по мнению игроков, вышли в этом году. Первое место занял тюнинг автомобилей, я думаю, тут бесспорно. Все ждали более детального тюнинга машин. Вот помимо этих винилов и занижения, добавили много кузовных элементов от видоизменения фар до обвесов, которые придают новый вид машине. Теперь каждый игрок может сделать из своего автомобиля что-то уникальное, что будет выделяться в потоке и подчеркивать статус игрока. Второе место – это рынок, а точнее торговые ряды. В прошлом году добавили инвентарь, и логичным продолжением этого обновления стала торговля с помощью торговых рядов. Добавили новый рынок Батырева с множеством торговых рядов, в которых игроки могут выставлять ресурсы, полученные с помощью разнообразных работ, тюнинг-элементы, аксессуары, одежды и даже запрещеночку. Там можно продавать патроны и наркотики. Это обновление дало абсолютно новое дыхание старому рынку, на который приезжали продавать рыбку. И третье место. Это обновление карты и добавление новых локаций. Куча новых дорог, новые поселки, обновление тех же самых поселков и городов. Весной 2023-го Батырева изменили, кардинально обновили внешний вид домов, добавили новые дома и сделали развилку в центре Батырева. Тем самым появился пост для ДПС и изменили движение по поселку. Кстати, новый поселок Рыжевск. Это поселок вблизи Бусаева. Пустую часть карты наконец-то задействовали, и теперь там живут новые игроки в роскошных эстетичных домах, стоимость которых очень большая. Поселок отлично функционирует на данный момент, там тусуются игроки и проводят свое времяпрепровождение. На самом деле у нас было за год очень много изменений по карте, но это самые основные. Также я совсем забыл упомянуть про микрорайон Таврида. Он находится на горе города Южного. Да, это что-то похожее на Рублевку. Там очень дорогие дома, и там живут самые элиты общества. Дома очень красивые, и вид с горы на город Южный также красив. Если у вас есть лишние там, ну, миллионов 50, то переезжайте туда. Это самое лучшее место для проживания. Под поселком находится мост Петра Великого. Его добавили недавно, и теперь у нас красивый мостик, который соединяет город Южный и трассу. Также хочу напомнить, что 30-31 декабря будет выпущено новогоднее обновление, которое принесет за собой добавление ивента, Amazing Pass, новых систем, машин,
и многого другого, что ты можешь заценить сам. Я тебе предлагаю скачать игру и зайти на сервер Rose, который новый, которому всего лишь 1.5 месяца. Это 6-й сервер, который открыли впервые за 3 года. С помощью него также мы смогли достичь очень большого количества онлайна на Амазинге. Теперь мы 2-е место почетное занимаем среди всех проектов КРМП. Этот сервер вот недавно открылся, и я думаю, что ты, новый игрок, сможешь построить свою крутую судьбу, историю на новом сервере и занять высокие должности. Я тебе предлагаю ввести свой промокод GOLD для того, чтобы осуществить это все быстрее. Тебе даст промокод 300 тысяч рублей XBoost прокачку. И хотелось бы сказать в конце, что год действительно удался для всех. Поздравляю вас, игроков, разработчиков и команду Амазинга и своих друзей с этим прекрасным праздником, Новым Годом. 2024 год – это новая страничка жизни. Проведите следующий год с пользой и помните, что надо жить и для себя. Про Амазинг, конечно, не забывайте, но пора уже всем взрослеть и думать о будущем. Надеюсь, все 31 декабря в кругу семьи отпразднуют этот прекрасный праздник и проведут теплый новогодний вечер. С новым 2024 годом!